О, встаем мы неплохо так. Друзья, подписчики, всем привет, с вами Крэш Паша. У нас сегодня опять рубрика «Эксперименты, проверка мифов». Там секреты всякие в игре «Бабушка Гренни». Сегодня у нас будет новый квест, мы будем его проходить. Квест заключается в том, чтобы закрыть бабку в чулане под лестницей, а потом застрелить ее в этом же чулане с дробовика. Да, в чем прикол? В чем прикол? Я постоянно ходил мимо этого чулана. Мы постоянно ходили, даже туда даже никто не прячется. Там вообще максимум, что можно найти, это кусочек картины. То есть функции у него вообще нету. Это очень интересно. Да и вообще туда никто не заходил с бабкой. Даже я больше скажу, никто не запрыгивал в ящик, который находится напротив чулана. Поэтому сегодня будем проходить вот этот вот интересный квест. Блин, звук на телефоне быстро выключить. Опа. Будем проходить этот интересный квест. Для него, разумеется, нам нужно что сделать? Fucking the bitch. Для него нам нужно найти дробовик. Полностью собрать его там, все делишки. Так, бабка, я надеюсь, пошла туда. Да, в общем, мы все соберем, сделаем, и у нас получится что-то интересное. Посмотрим, точнее, что случится. По идее, какой-то будет супербаг, суперприкол, что-то интересное. Вам, я думаю, понравится. Так, три доски. А значит, бабка сейчас сюда придет. Подождем ее. Знаете, Хаски тоже ждал. И мы подождем, подождем нашу бабку. Так, давай, давай, давай. Вот она идет, красоточка. Отлично. Чё ты здесь крутишь головой? Своей седой. Кстати, я играю без мода. Надо было мод включить. С модом интереснее было бы смотреть, мне кажется. Ну, вы можете написать. Интереснее вам с модом или без мода интересней? В принципе, мне кажется, суть эксперимента вообще не в модах. Не во внешнем виде, а в том, что... Найти дробовик. Так, ключ от машины. Блин, можно как-нибудь ровно положить? Никак нельзя ровно положить. Фак, я успел? Нет? Походу успел. Еле-еле. Еле-еле просто. Это вообще... Так, все, она уходит? А что она забыла там? Фак, что она забыла там? Мне, конечно, интересно. Надо драпать быстрее, пока она на третьем этаже. Беги, беги, Форест! Так, отлично. Здесь мы справляемся. Опять же, я сказал, нам нужно дробовик полностью собрать. Я думаю, мы это сделаем не очень долго, как бы. Ясненько. Арбуз. Вы серьезно? Вы серьезно, арбуз? Ладно, все. Кидаем бабке ключ от машины и ждем, чтобы закрыть ее в парилке, потому что она нам будет слегка помешивать. Помешивать. Та-та-та-та-та-та-та-та. Давай, давай, да. Где она? Так, еще раз ключ уронить. Нет, не надо! Не надо еще раз ключ ронять. Ребятки, я просто чуть не затупил сейчас. Все, бабушка там ключи от машины потеряла. Знаете, что делаешь, когда потерял ключи от машины? Вот что, сидишь в парилочке, жаришься. Так. Ни одной части дробовика пока нет адекватной. Ладно, здесь нету. Нам хотя бы арбалет найти, чтобы дробовик было легче найти. Все, бабка на 2 минуты поджарилась. Пойдемте искать. Зайдем в ванну. Так, давайте засечем. Время 4:22. У нас есть 2 минуты, чтобы найти части дробовика, либо арбалет. Либо... Так, ключ от домика нам не нужен. Здесь ничего нету. Здесь у нас обычно стоит дробовик, его тоже нету. В этом шкафу тоже что-нибудь лежит обычно, но тоже ничего нету. Вот, часть дробовика лежит на... Ну, вы видите, вот здесь. Но пока мы его не будем забирать, мы пока арбалет возьмем. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. А в микроволновке вообще что бывает обычно? Ключ, код? Точнее, код просто. Потому что здесь вообще ничего нет, как вы видите.
вообще непонятная штука. Так, здесь мы сделали уже круг. Вот, вот он этот чулан, в котором лежит, между прочим, картина, кусочек. Ну, и все, у него ноль больше функций, поэтому мы должны сюда запихать бабушку. Шестеренка. Неужели в дыне лежит ключ от арбалета? Я бы не хотел в дыне его найти. Ну, давайте посмотрим. Блин, тупая дыня. В багажник ее засунули. Кто? Кто ее засунул в багажник? Расскажите мне. Мэн, дыня. Если что, мэн, это дыня, по-моему. Да, да. Потому что есть инструкция специальная, в которой написано, что во всяких фруктах лежат ключи. Но чувак один сказал, арбуз это же не фрукт, это ягода. Так вот, суть в том, что это не арбуз, а дыня, это же мелон. Мелон, постмелон. Давайте, здесь ключ от арбалета, пожалуйста. Последняя моя надежда. Да, я так и знал просто. У нас времени осталось 10 секунд. Быстрее! Форест, беги! Можно через подвал это сделать? Я не знаю, как это лучше сделать. Фак! Как будто меня в дышу. В спину дышат. Капец. Давайте, подождем. Она может заспауниться вот там внизу и потом пойти на нас. Поэтому надо сидеть аккуратненько. Ключ я уронил. Так, посмотрим. Бабка. Йоу-йоу-йоу, привет, как дела? До свидания. Время смерти 7.00. Отлично, ровненько так ее убили. Нам не хватает двух частей дробаша. Пожалуйста, здесь давай. Здесь нету, блин. А где? Ну вот, одна здесь может быть? Да, угадал. Так, у нас есть уже две, нам не хватает ствола. Стволина нужна нам, ребята, и мы пройдем этот квест. Просто собирайте дробовик, запихивайте бабку в... В куда мы ее записываем? Запихиваем нашу бабуську в чулан, и все, квест пройден. А потом ее надо в чулане, после того, как мы ее запихаем, кохнуть. И все, посмотрим. Clash Royale, война кланов, наступил день войны. Прикольное уведомление. Если бы я играл в Clash Royale почаще. Так, мы еще не были вот в тайном проходе. Это единственное место, где остался, мод лежать дробовик. Знаете, если она нас разок убьет, ничего страшного. Давай. Двигаемся. Давай, часть дробовика. А ты где? Так, ребятки, я не понимаю этого прикола. А где я еще не был? Бабка оживится через 30 секунд. Где еще не был, я не понимаю. То есть я везде ж был? Или не везде? Да я реально, я не понимаю, где еще мог оставить часть дробовика. Вон одна часть там лежит. И нам не хватает стволины, как я сказал уже. Ладно, найдем. Я отвечаю, найдем. Вот она, все, четко. Все, ее... С дробовика я не убью, потому что не успею собрать его. Но зато я успею собрать с арбалет. Давай, бабушка. Бабушка. Давно встречала горячего мужчину? С огнестрельным стволом в виде дробовика. А где ты? Где я? Ля-ля-ля-ля-ля. Время смерти 9.30. 9.30. Дробовик лежит, вот он. Все, и ствол на кухне. Точнее, не ствол, а рукоять. Приклад, правильно. Приложим что-нибудь этим прикладиком. Ой, страшно. Все, давайте. Так, дробовик на машине. Отличная система.
Пам-пам-пам. Мы почти прошли этот новый квест, ребят. Я для вас стараюсь. Вы можете поставить лайк. Также можете поставить лайк, если любите популю. А также на канале можете найти, прямо на главной страничке, ролик, который для вас снимался целый день. Называется «Гренни в реальной жизни». Мы там с Базей вообще так поугарали. Сняли для вас. Можете найти на канале и... Как это называется? Посмотреть его и оценить. Так, 9:30. У нас осталась 1 минута, но мы, в принципе, все сделали. Все, патрон, самое главное. Все, квест почти пройден. Счет, 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 счет. А как и заманить туда, я не понимаю только. Так, время еще 50 секунд, нам нужна какая-нибудь пробирочка, да? Чтобы ее закрыть там, а потом... Так, давайте дробовик ложим на пол. У нас есть 11 секунд. И за вазой сходим. В нашу комнату. В принципе, хорошая ваза. Все. 10 секунд еще. Вот дробовик. Все. Закроем ее в чулане. И посмотрим, что случится. Так, бабка через 7 секунд оживляется. Главное, чтобы она нас не убила. Она топает уже. Давай, заходи. Фак! Не успели! Ребята, еще одна попытка. Блин, она нас так обломала. Она мало прошла просто. Видите, я хотел, чтобы она внутрь зашла, и мы ее закрыли там. Ну, знаете, мы ее закроем в любом случае, если убьем. Блин, это так обидно сейчас было. Но мы не сдаемся. Мы не сдаемся. Давайте, еще одна попыточка. Еще одна попытка. Попытка. Давай, давай, давай. Быстрее, быстрее, быстрее. Пам-парам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам. Бабка там гуляет там, а мы сидим в шкафу. О, давай быстрее, бабка. Блин, опять этот телекинез. Меня так бомбит от него, ребят. Мы не можем выйти нормально, блин. Нормально не можем выйти. Давай. Иди сюда. Иди ко мне. Иди ко мне. Ну, молодца. Молодца. Все. Все, еще раз повторяем попыточку. Давай, посмейся. Надо, чтобы она ушла подальше куда-нибудь. Блин, это близко. Она что, тупая или что? Пошла на лестницу, поставила капкунь. Бабка. Как здесь пройти? Ты что, вторая смерть получается? Быстрей! Она нас не заметит? Или заметит? Или не заметит? Все, а сейчас, если она не заметит нас, мы постараемся второй раз замутить это. И, короче, стреляем сразу. Не ждем. Она говорит, I see you, я тебя вижу. Но мы не будем ждать больше. Тупить так. Сразу палим, если она далековато. Ну, близко она просто стоит. Боже, высрала капкан. Умная, что ли, или что? Давай, давай, давай. Двигай. Да фак! Я не успел залезть. Как она так быстро прибежала? Ребят, ну мы уже столько сделали работы. Сейчас с третьего раза точно получится. Если бы не реклама это. Давай, вырубай. Все, ребят, с третьего раза сейчас точно получится. Блин.
Я не знал, что так тяжело будет. Мы... Видите, это очень тяжелый квест, за это реально влепите лайкос и коммент, напишите. Ну и подпишитесь, чтобы не пропустить новый эксперимент, потому что я что, зря стараюсь тут? Зашкирились такие. Где она? Она здесь? Я думаю, здесь она или не здесь? Все, давай, вали. Вали куда-нибудь подальше. Сейчас опять выстрелит капкан свой, боже мой. Бабушка. Давай, свали, свали подальше. Молодца. Я не знаю, успею ли я? Вроде бы успел. Просто, просто, ребят, на адреналине так и сижу сейчас. И как она... Боже, ты чё вообще, что ли, бабка? Давайте опять ждем, пока она потопает. Давайте. Считаем 10 секунд. 10. 9. 8. 7. Фу. 5, 4, 3, 2, 1. Успел? Успел. Давай, в чулан заходи. Еее! Чё, сосало, да? Мы её еле-еле сюда. Давайте, заваливаем ее. Заваливаем ее. Просто. Еле-еле прошли этот квест. Он был реально тяжкий такой, ребята. Мне лично было тяжело. В общем, мы этот квест прошли. Как видите, это был тяжелый эксперимент. Он нам особо ничего не дал, но очень много фана и адреналина, как бы. Попробуйте этот квест тоже пройти. Ну а с вами был Крэш Паша, спасибо, кто посмотрел этот ролик, я лично старался для вас пройти его, в общем, всем говорю спасибо и всем говорю пока, подпишитесь, чтобы новую серию экспериментов не пропустить, реально было мутно, давайте еще раз на бабку посмотрим, все, ее уже нету здесь даже, только дробовик всрали еле-еле, это было тяжко, с третьего раза, она нас три раза убила, наставила миллион капканов, но мы не сломались, ребят, это она уронила что ли? Странно. Просто, надо было еще вот так вот. В общем, всем спасибо и всем пока.